Такие вот интересные часики попали в руку. Lector Watch. Абсолютно непонятные. Состояние, конечно, прибитое полностью. Но я их все-таки попробую немножко почистить. А там посмотрим дальше. Что там? Циферблат весь в грязи. Тут все тоже в грязюке. 267. Непонятные абсолютно часы. 15 рублей. Вначале почищу крупную грязь, а потом, если что, отдам мастеру. Будем, наверное, запускать. Тут непонятно, тут вот два болтика, по-моему, нету каких-то. Неясно, часы, но будем чистить. Проделал предварительную наружную чистку, ну и внутри почистил, удалил грязь. Стекло тоже вывалилось. Почистил его, но пока не вклеивал. Понесу мастеру, пусть смотрит, разбирается, что с этими часами дальше. И в первую очередь пусть подскажет, что это вообще. Я что-то не могу найти информацию. Если кто-то обладает информацией, что это за часы, подскажите. Lector Watch. Маятник работает, механизм, в принципе, чистенький. Но надо будет все равно отдать мастеру, запустить их. Завод работает, стрелки переводятся. Значит, под слоем грязи на крышке обнаружено нацарапанные искусства. Вот тут вот внизу, смотрите, под надписью. Попробую поймать на пересвете. 1944, потом крестик с палочкой, скорее всего, 9 месяц и 5. И чуть ниже черточка 220 черточка. Пытаюсь поймать, чтобы было видно. 1944. Что-то тут было затерто тоже. Непонятно. Вот такие интересные часики. Палочки эти вынимаются. Старая система. Можно, в принципе, предположить, что это довоенные. Но я информацию по ним не нашел. Так что, если кто-то может что-то подсказать, буду благодарен. Ну, опять же, отдам часовщику. Посмотрим, что он скажет.